Мы уже начинаем? Минуточку. Сегодня мы расскажем вам о новых технологиях и решениях в сфере управления человеческими ресурсами. Мы расскажем вам об уникальном опыте построения успешной программы мотивации «Эльдорадо» — клуб Apple Professional. Рубль падает, валюта растет, нарастает безработица, в магазинах паника и пустые полки. Что же делать? Ставлю вам новую задачу — удвоить продажи техники Apple. Кризис — время для неординарных решений. Конечно, мы могли удвоить количество продавцов, но решили воспользоваться уникальными технологиями, разработанными в нашем HR-отделе. Мы могли пойти путем применения стандартных HR-практик, создать школу продавцов, проводить более тщательный подбор для работы в сегменте New Media, но после анализа стало понятно, что удвоить продажи таким образом никак не получится. Нам было нужно новое и неожиданное решение. И мы решили создать клуб, о котором говорить не только можно, но и нужно. Клуб Apple Professional. В нашем клубе мы решили объединить технологии и системы ценностей двух лидеров рынка — Эльдорадо и Apple. Создание клуба позволило не только решить бизнес-задачи по росту продаж премиальных продуктов, раскрытию внутреннего потенциала сотрудников, мотивации к их изучению новых технологий и эмоциональным продажам, но и значительно улучшить качество обслуживания. Процесс покупки превратился в увлекательное общение продавца и покупателя. Сотрудники оценили новый творческий подход к своей работе. Уже 275 продавцов стали членами клуба, показав выдающиеся результаты продаж. И их количество продолжает расти. Каждый день поступает от 5 до 7 заявок на вступление. Во всех 180 магазинах, где работают члены клуба, продажи демонстрируют впечатляющую динамику. А каждый пятый член клуба с момента вступления уже получил повышение в должности. Постоянная практика и тренинги. Запас уникальных знаний о технике Apple. Чувство ответственности за личный и командный результат. И реальный шанс выбиться в лидеры. Это то, что нужно. Теперь покупатель с удовольствием возвращается в магазин снова и снова. Насчет снова и снова мы не пошутили. Время для впечатляющих цифр. Другое дело, а вы все кризис. За 5 месяцев проведения клубного проекта продажи продуктов Apple выросли на 103%. Этот впечатляющий результат был достигнут, несмотря на сложнейший экономический период. Персональная эффективность участников клуба по показателю ВОП, выручка на одного продавца, выросла на 35%. Оборот в штуках вырос на 40%. Доля продаж удвоилась и достигла своего исторического максимума. Команде «Эльдорадо» удалось добиться невероятного результата за короткий срок, потому что ценности компании — драйв, открытость, ответственность и партнерство — не пустой звук. Их разделяет абсолютное большинство сотрудников, а впечатляющий финансовый результат является лучшим доказательством факта важности HR-поддержки бизнеса.